Буквально показал. 3 минуты сидел, матерился на то, что мы, бляха, 2 часа сидели, пинали всяких мобов, чтобы они опять воскресли. А, мне сговорил, что они воскресли. Зачем мы сидели, чистили? Это мы репу набивали. И кто-то поудал колечко. Ну, я. Там за квесты еще можно и поутать, но это такое. Ты будешь смеяться, но у меня уже почти не превознесение, а как мы перед превознесением. Уважение. Во. Что-то мне кажется, его хуёвый хэпал будет лучше, чем хуёвый протопал. А, покажи. Райслин. Да я ж ношу все три спека с собой, поэтому мне похер, я любой рангом поменяться. Как тебя там называть, черный маг? Или в честь этого сервера черный шаман? Я вообще хотел создать свой ник, но, сука, заняли, сволочи. Ну, ебать, хэпал еще пиздец, конечно. У меня вообще ник везде... Ну, просто 200-й челик, просто 200-й. Я не знаю, блядь, какой смысл. Какое предложение? Я хуй знаю. В три хила пойти, в такое вот предложение. И мишку. Без совы. Без хита ты предлагаешь идти? Такое предложение. Да и похуй. Не, ну... Чем меньше дамага будет? Типа, можно попробовать, чтобы он танчил, типа. Но, блядь, я не знаю, как они будут его выхиливать. Просто, ну, не представляю. При том, что его выхиливать... Да ладно, в принципе, пусть не... Как-нибудь... Не, ну, пускай пуляет, пробуйте, я хуй знает. Паузер... У нас, если что, 2 БР есть ИСС, так что, блядь... Ну, ебать. Я не знаю. Можно просто другого челика взять, да и все. Ну, а давай попробуем на трэше это, если, блядь, сам, совсем пиздец будет, тогда поменяем. Конечно, пиздец будет, ебать, ты чё? Я привык верить в людей. Я, короче, предлагаю сделать, как завещал, бляха, мой любимый РЛ. Лет 8 Бафайтесь. Назад. Каску. Одевай танк шмот, иди, блядь, с кильдоларом ДДшек. Всё, поебашили. Выпуливай сюда. Несколько. Тайм это ты не забудь. Не по одному, а по несколько. Закинь обоих танков и обоих хилов в одну пати. Для комбат. Ну просто чтобы это, чтобы тремор действовал. Но... Фу. Там конь бежит. Мой брат, мой друг, конь. Давай. Рыба есть. Давай без куба. Мы с тобой и так уже 3 часа тут на пизду без куба. Да, столик. Момент. Вот столик. Тыкните. У меня уже достаточно таких предметов. Пао, оттуда отведи, пожалуйста. Тебя кинет фер, ты еще сагри. Ты это убейте.
А кто хилит, Войд или Дза? Дза и Рейслен. Ну, то, что я хилю, я знаю. Чё, по аккаунту не видно? А я поставил это, я цифру посмотрю вашу урон. Там же можно вот два на аркан включить. У меня ДТЛ. Так ДТЛС тоже можно в два окна. Что скажет хилы? Сильно бьет? Да я считаю, в принципе, нормально. Хули, у нас все равно есть вариант спекнуться мне. Так что если он сдохнет на каком-то боссе, то я просто спекнусь. И без меткости побьете без крита. Я ожидал как бы хуже. В принципе, агро держит, не особо там прям упору еще выхиливает. Ну, сейчас посмотрим. Два на пулу есть, так? Тактики не проблема, тут тактики примитивные. Бей, беги. Что-то типа. Патрик, поменяй, пожалуйста, ауру. Луковица есть, другой аспект. Ок. Дейстейк там или Афлик есть у тебя? Ну какой из них? То, что больше профита будет. Да, СПД не будешь давать, но зато дамаг больше будет. Ну, перед боссом спекнешься. Ну, или посчитаешь вот этого. А сколько здесь ОД дает с этого, с одного босса? Наверное, как Вики. 450. Серьезно? Ну, вон тот. Сейчас покажу. Этот не... Зачем? Пау, мы не идем за репой. Мы идем за боссами. Лишний трэш нам не нужен. Лишнее время тратить. Да я думаю, обычно убили этот трэш, бы не мешал потом.
А чем он тебе будет мешать? Он стоит в углу за другой стеной. Все, я понял. У меня нет желания ходить за репликой, который и так к тебе придет. Это кара, ты будешь недели три душить еще. За эти три недели у тебя будет уже экзалтед. Я так подозреваю, если пройдем на фулл, этот паладин оденется в фулл Т9. Так. Как минимум. Вот вам рыба. Кто уже поставил? Тактика простая. Конь, видите? Становимся под жопу. Танк танчит. На 70% появляется этот всадник. Павлова ловишь. Там мага на нем набираешь, бьем дальше коня. Потом он садится, всадник на коня. Если вы стоите не под жопой, он будет делать на вас рывок. Вся тактика. Тот, кто может снимать проклятие, это сова, ну, друиды, маги. Снимать должны. С хивов не нужно снимать. Потому что проклятие вешает минус хит. Все, на готов. Что не так, да? А, крест кулаком. Ой, друля. Кстати, и по шаманам тоже. Я один шаман, и мне кулак нахер не нужен. Кто тебя знает? Я, конечно, извращенец, но не настолько. Зайти нужно на эту землю, потому что ворота будут закрываться. Хант. Под жопу. Понял. Лови. Напуливать. Я не хочу умереть. Понял. Бафы. Выдайте луку. С хилов и с танков последнего чей снимать просто. Споймай. Долго я танчить буду. Спасибо. Мистеры, которые умеют напуливать. Вы напуливаете вообще? Не раз напулили и забили хуй потом. Хорошо, я включу отслеживание напулов. Увижу не в КД, а минус КУ. Жить все хотят. Внимание, гранит.
Как убьете, отказываетесь от шмот. Может, ответственного поставишь? На всякий позже случай. Говорю, кстати, сразу всем. Роу по классовой броне. То есть, например, у магов ткань, доковаты и так далее. А ты говорил 450, он с этого 125 этого воды упал. Кого-то мне, значит, падало 450. Так, вниз. Может, с этим. Сам на барака падал 450. Стойте там. Сейчас отмечу моба. Ты не понял, что ли? Я бы лучше там не стоял, я бы подальше садился. Короче, танк, видишь? Подойди сюда. Чего вы там задержались? Лок? Танк, видишь мобы с метками? Да. Тебе нужно пулить паки с трэшем, когда метки не будет рядом, чтобы он не шел вместе с ними. Либо их отдельно пулить. Воз, уводи их только за стенку там или куда. Перед мобами не стойте. Чем дальше стоите, тем лучше для вас. Этот навороченный моб. Его милики можете катать сразу. Откуда? Есть подозрение, что если хан ставит ловушку со змеями, то змеи привозят этих пиздюков. Первый с таким сталкивает. Мы вчера 5 раз вайпались, пока не поформили. Тотем очищение. Здесь пожалуйста. Только на одну платье. Лучше, чем чё? Не, жёлю он стоит. Петя, у которого меньше хп. Что, тащу? Ну, мобов ты видишь. А, поставь на трэш этот групповую очередь. Там рецепт упал вон.
показывает. Да, он бесполезен. И лицом не стойте. Сбивайте косты. Косу можно не снимать. Она еле бьет. Можете не лежать, а если бежать. Тут бежать ты. Пару секунд. О, да. Единственное, что стараюсь не умирать. Потому что починка далеко. Я в подчинении. Уже нет. Я так понял, Тремор снимает, да, починение? Смерть моба снимает. Походу. Вон еще трусы возьми. Этот пак большой. В волос идешь. Только нет хилов волос. Чем дальше вы стоите от них, тем лучше для вас. Живее будете. Только не запульте еще. То одинокого вы за стенки убьем, пойдем дальше налево, к Маузу. Остальное поубиваем.
Ну давай. А бабку киньте. Спасибо. Когда остается один моб, можешь уже следующего пулить. Надо еще мобов агрить. Конечно. Ну тут как, два танка или одного? Одного. Все по одного проходит. На стул главное не сядь. И на бутылку. Где ты бутылку уже нашел? Так, к слову. Так хотелось. А я же пробовал в прошлый раз садился на этот стул, никуда ты не проваливаешься. Ну, знаешь, наверняка.
там есть эш, который кидается издалека. Так, мне получается всех держать надо, да? Нет. Работает ли тут хантовская трапа? Вот в чем вопрос. Рэл, я сбегаю кольцо быстренько, поменяю. Ну, давай, только быстро. Для чего? Так, рыба стоит. Сейчас глянем, что там у босса. Сейчас все дам, прибегу. А это холик. Вар, ШП. Рут не работает, да? Корни. Хуй знает, я ДКшником танчил и палом хилил. Не знаю. Чего, говорите, на стул не садится? Вот я сажусь, нормально все. Ну, видишь, сел. Так, Айплан на нежить работает? Тогда вот эту метку Айплан надо будет кидать. И потом стан нежить. Либо фир. Да, лучше фир нежить. После Айплы. Вот эту шаман жабу кинешь, если работает. И либо друиды в рут. Ты это убил? То, что ману поджечь. Вот в это будем крестик переключаться будем, когда босс попадать будет. Так, еще раз повторяю. Ромбик, пау, айпу сначала кидаешь, потом фера нежить. Квадратик, хант попробует трапу кинуть. Если работает, то хорошо. Если нет, тогда шаман в жабу, потом рут дролевский. Убиваем первым череп, бьем босса, когда он пропадает, крестик бьем. Рядом с контролем боссов и мобов, вот этих, которые бьем, не держать. Чтобы они не вышли из контроля. На готовность. Каску. Вот он, добавим пол. Готовьте. Давайте не обокрёмся, пацаны. Контроль, это контроль. Это будет победа. Не работает. А, рут работает? Нет. На квадрат? Тогда придется бить. Все. Бейте череп первым. Был.
Фир работает. А фир на нежить работает, да. Понятно, где. Ромбик, фиряйте, пожалуйста. Когда это возможно будет. У нас два пала, так что должно быть два фира. Я крест фиря. Ой, это с квадрат. Ну я все вижу. Поддерживайте контроль, когда будете подать там. Либо за секунду до этого. Следите за АК. Контроль, контроль. Заберите с меня квадратный, сейчас пиздец будет. Бьем босс. Квадратик вышел. Толя обновить. Босс. Ромбик там, контрольте. А Ромбик через бабл себя скидывает, контроль. Ну да. Это я понимаю. Но там особо ничего не делает. Когда выходит с контроля. Просто если его не контролит, то он хилить будет периодически. Отойдите, отойдите от крестика. Там, крутилка. Босс. Квадрат, контроль. Она под баблом хилит. Да, там ерунда. Этот моб не особо важен. Квадрат обновите, контроль. Ничего я... Она под баблом. Выйдите. На пульте, на пульте. Лука много, ага. Пау, ну в чем проблема? Контроллер, дай. Еще один контроллер стоит. Квадрат. Все. Босса. Заберите с меня ромбик, а? Квадрат. И квадратный. Контроль. Что там? Босса бейте, да и все. Этих просто гонять будете. И отдыхать, когда босс попадает. Я пока не могу.
Смотри, ромбик еле бьет. Ну такое еле бьет, минус 4200. Ну это же не 10 тысяч как босс. Или другие мобы. У меня всего 20 тысяч. Ну это незначительная часть твоего хп. 1/5. Ух ты, этим прист хорош. Дисплеит этот бабла босс. Нашлось приста. Бейте босса. И законтролиться там. Они даже не сумели Сиру скалировать обилки мобу. Вот эта дура, она хилит. Там, не знаю сколько она там. 1000, наверное. Боссу. Законтрольте. Квадратик. У этих двоих тоже забьем научиться. Да, зачем они нужны? Первую, тем более, неделю. Так долго сидели, мучились, собирали. Поздравляю. Редкая тыня. На БК была. Так. Рольте по спекам. Бля, я отказался. Я думал, отказываться надо. Можно часики? Сейчас посмотрим, кто залутает, там разберемся. Соу, дашь часы? О, спасибо, братан. Вообще-то я не Соу, а танк в душе. Ага. Ну, соболезнования. Соболезнования, блядь. Весь мир, блядь, говорил этот мое имя, когда я родился, блядь. Как там было? Весь Лордерон. Никому не нужны перчатки. Санина ебаная. Обидно. Хотя мне тоже, да, не надо. На доля. Давай это, да. На Эрдру. На Эрдру давай возьму. Вдруг пригодится. И соточку шурну. Могу сагили. Бейте там. Вот еще один вам. Еще одни перчатки. На вторую руку, так сказать. Метка, извините. Хуй знаем, блядь. А вот эти вот я вот не откажусь, если никому не надо. На проклятие на пати можете забить, они там бьют незначительную часть хп. Даже меньше, чем вот эти мобы, которые висели на морозе. Где-то по 900 бьет. Агония такое себе.
Так, чё, кто парол выиграл? Если... Я же говорю, это если никому не надо. Мелик, это... Мелики, можете вот это убить. С меткой. Нихуя, что это за типы? Не, на звездопад. Похоже на то. Дневник Медива снаружи, да, берется? Да, перед входом сами. После этого смотрителя дневник. Кто надо будет? Кое где в кем? Я два раза уже делал. На ДК и напали. Осторожно, не сагайте мобов лишних. А чё, этих не будем, что ли? Да зачем они нужны, блин? Эти мобы тебя за то время, когда кара будет открыта до следующего контента, они тебе так надоедят. Надоест. Вот эти вот мобы. Сейчас эту репу... Тебе эту репу потом будет девать уже некуда. Тебе будет тошнить от нее. К правому бортику, не к левому. К стене прижимайтесь. Все. А вы уже все, блядь, спулили с левого этого бортика. Блядь, вот этого дура. Там ты заволосился. Ох, ебать вы нагрели, но... Как гулять, так на широкую ногу. И жирных мобов. Тех дочерей пока побил. Стоят кастят, блять. Блять. А третью перчатку на что надевать уже? На эрду тоже. Тут две дырки хотя бы. Ага, спасибо. Постояли с левой части бортика. Вот вам. Еще два моба. Кто любит стоять возле левой части бортика? Там, по-моему, этот пецаль. А туда все равно идти надо. Не надо. Надо. Зачем? Ну там же смотрители все остальные. Ты не знаешь, как их можно за это обойти быстрее? Как? Ай, я расскажу потом, когда идем. Вон ту кучку большую все равно надо будет бить возле напротив входа. Маленькую кучку только не трогайте, там три моба, которые стоят. Мы после оперы пойдем на черный вход.
и пропустим мобов из-за этого. Не нужно. Так там их вроде немного, два призрака и все. По ляму, да? Всего-то. Да, хуйня. На ходу убивают. Ну да, всего-то. Всего-то как в Насе, босс, блядь. Ну, нельзя было, да? Не совет. Оба там забей, шамана.